Hits FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря. В Мариэл вновь растет число мошенничеств в отношении пенсионеров. На днях жертвой обманщиков стала 79-летняя йошкар-олинка. Аферистка, воспользовавшись доверием пожилой женщины, под видом работника энергоснабжающей организации, вошла в квартиру пенсионерки. Сняв показания электросчетчика, злоумышленница попросила показать квитанции об оплате электроэнергии. Сославшись на то, что у хозяйки квартиры переплата за электричество, предложил возместить 150 рублей, но с условием, если у пострадавшей найдется сдача с 1000. За время поиска пострадавшей квитков об оплате мошенница из ее кошелька похитила более 3000 рублей. В отношении пожилых людей, граждан города Йошкар-Олы, злоумышленниками совершаются мошенничества с целью хищения денежных средств. Под видом социальных работников преступники, в основном женщины, проникают в квартиру и похищают деньги. В избежании подобных фактов полиция рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными. Не впускайте в квартиру незнакомых людей. Если социальные работники пришли к вам без вызова, есть повод насторожиться. Помните, никакие выплаты, за исключением пенсии, которые приносит только закрепленный работник, на дому не производятся. В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском мошенницы. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Blitz FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря.